Приветствую вас на моем канале разборов телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетьман. Сейчас я вам расскажу, какие выводы из проекта сделал Алексей Тригубенко. А вы мне напишите в комментариях, за кого вы болели, за Лешу или за Сашу. Вот что сказал Леша. Дорогие мои, да, это финал. Благодарен за вашу поддержку, веру в меня, с нашу с Мишиной совместную историю. Спасибо проекту «Холостячка» за то, что случилось со мной в 2020 году. За это время я научился принимать себя, раскрываться жизни, в которой есть чувства и яркие эмоции. Для меня открылся новый мир, в котором я стал счастливее. Спасибо команде СТБ за колоссальную поддержку и работу. Любите и будьте любимы. А вы мне напишите в комментариях, за кого вы болели, за Сашу или за Лешу. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!